Всем привет, Самирина Высоцкая, и сегодня в этом видео будет разная распаковка с Алиэкспресса, Валберса и других прочих маркетплейсов, поэтому не буду вас задерживать и начинаем. Перед началом этого видео я бы хотела вас попросить поставить лайк и подписаться на мой канал, для меня это очень важно, заранее спасибо. Итак, первая посылочка у нас идет с Алиэкспресс, здесь у нас посылка в посылку. Итак, тут у нас идет вот такая вот замечательная яркая коробочка. Внутри этой коробочки лежит вот такой вот красивый лак. Первый раз вижу, чтобы лак приходил в такой красивый упаковку. Так, давайте откроем и посмотрим. Боже, какой красивый насыщенный синий цвет. Он должен быть такой полупрозрачный, как желе. По крайней мере, так рекламировалось. Но я вижу уже, что он полупрозрачный в баночке. Сама баночка очень красивая, очень красивый дизайн. База сама по себе средней густоты. Надеюсь, будет носиться долго и цвет будет такой же, как на картинке. Запах у него обычного гель-лака. Если кто мастер, знают этот запах. Поэтому ставлю этому гель-лаку 10 из 10, потому что цвет именно такой, который я хотела видеть. Следующая посылочка у нас идет тоже с Алиэкспресс. Здесь у нас идет вот такая вот красивая шоколадная упаковка. Я даже примерно знаю, что там. И да, это блеск, аналог блеска Роуд от Хейли Бибер. Посмотрите, какая у него красивая упаковка. Я представляю, какой там красивый оттенок внутри. И давайте же протестируем его на губах. Девочки, ну это очень красивый шоколадный оттенок, можете посмотреть, как он выглядит красиво у меня на губах, точное попадание, единственное, что у него аппликатор, который нужно выдавливать, и им не очень удобно распределять продукт по губам, кисточкой, конечно, делать это намного удобней, но за его цвет мы ему все равно поставим 10 из 10. Итак, следующая посылочка у нас опять идет с Алиэкспресс. Так, первое, это вот такой вот коричневый пенал, такого он красивого цвета, как заявлял продавец, это натуральная кожа. Он на самом деле пахнет кожей, у него вот такой вот красивый замочек и золото, сделанное под старину. Внутри там набита бумага, чтобы чехольчик не помялся. Сам он выглядит очень стильно, красиво. Только вот он пришел немножко, конечно, поцарапанный, в этом минус, поэтому мы ему за это поставим 9 из 10. Так, чехольчик очень красивый и он действительно из натуральной кожи. Итак, следующая посылочка у нас идет с Валбереса. Тут у нас вот такой вот замечательный набор кистей и приятный упаковочка на замочке. На самом деле я думала, что кисточки будут больше намного. Они пришли такие маленькие, но зато у них хорошее качество. Ворс не вылазит. И ими будет удобно делать разные макияжи. Очень хороший наборчик, подойдет даже в подарок. Поэтому ставлю ему 9 из 10, потому что кисточки, особенно вот это, оказалось на картинке больше. Следующая посылочка у нас идет с Алиэкспресс. Это у нас украшения. Заказывала я их в подарок. Они идут вместе с цепочкой. Это бижутерия. Вот такая вот замечательная пантера, вроде бы, если я не ошибаюсь. Которая стоит на вот таком замечательном камушке. Сама цепочка выполнена тоже очень хорошо, качественно, красиво, за свою цену этот товар просто топ. Так это все дело будет выглядеть на шее, очень красиво сверкает, мне очень нравится, ставлю этому товару 10 из 10. Следующий товар у нас идет с Валбереса, и это у нас вот такие вот духи, у них 6 миллилитров, эти духи на вот таком вот спрее, достаточно таки бюджетные, и давайте их пшикнем. Очень приятный, нежный, ненавязчивый аромат. Немножко напоминает запах крема в перемешку с цветочным ароматом. И в перемешку с чем-то таким нежным, как я уже сказала, пудровым. Не особо приторные. Немножко, знаете, присутствует еще в перемешку запах такой чистоты. В общем, мне этот запах очень понравился. Ставлю этим духам 10 из 10. Потом текстом напишу, сколько они продержатся по стойкости. Так, следующая посылочка у нас идет с Валбереса. И это вот такая вот белая краска для обуви. Сейчас я вам ставлю фрагмент и покажу, как эта краска красит обувь и хороший ли от нее эффект или плохой. И оценку, конечно же, вам прикреплю. Сама краска такая вот жидкая, в ней есть внутри шарик и вот такой вот наконечник для удобства нанесения. Итак, следующий товар с Валбереса. Это вот такая вот у нас бежевая рубашечка. Она у нас идет шелковая, однотонная. Сам цвет мне очень понравился. Она 48 размера от фирмы Роза. Выполнена она очень качественно. Пуговки очень хорошо по цвету подобраны к самой ткани. В некоторых местах, конечно, торчат ниточки, но это не критично. Можно, в принципе, обрезать, тем более за ее хорошую, приятную цену. Все выполнено очень хорошо. Она немножко такая идет оверсайз, не приталенная. Сейчас я вам ставлю видео, как эта рубашечка смотрится на мне, как она красиво выглядит. Поэтому за качество этой рубашечки, за ее приятную цену я ей ставлю 10 из 10. Так, следующий товар, который я уже проверяла на пункте выдачи, идет у нас вот такая вот плойка.
плойка, она с Валбереса. Выглядит данная плойка вот таким вот образом. Заказывала я на самом деле розовую, пришла мне черная, но черной не было в наличии, я ее изначально хотела заказать, поэтому подмене я была даже рада. У нее, получается, идут внутри вот такие вот щипчики, есть кнопка включения-выключения и индикатор. Регулировки мощности здесь нет, она от фирмы Vitek. Далее у нее идет вот такой вот шнур, который по длине всего метр, но лично мне хватает. Собственно, щипчики работают по обычному принципу, выпрямляют волосы. Я вам сейчас вставлю фрагмент, как эта плойка выпрямляет волосы. Спойлер, скажу сразу, выпрямляет она очень хорошо, я уже пробовала ей пользоваться. Самое главное, она не сжигает волосы, и после нее остается приятный блеск на волосах, поэтому этой плойке я уже смело могу поставить 100 из 10. Так, сейчас буду выпрямлять свои волосы с помощью этой плойки. Я ее предварительно уже нагрела и обработала концы термозащитой. И давайте для примера возьмем прядку и начнем ее выпрямлять. Как вы видите, прядка стала намного прямее, нежели рядом пушистые волосы. И вот так вот я буду проходиться по всей голове, по всей длине и выпрямлять свои волосы. И вот какие прямые волосы у нас получились по итогу. У них очень красивый блеск. Самое главное, что эта плойка не пересушивает мои волосы, и волосы после нее в хорошем состоянии. Поэтому этой плойке я ставлю 100 из 10. Следующий товар у нас идет из Катона. Купала я эту вещь в офлайн-магазине. Просто посмотрите, какой это классный топик. Он немножко идет такой ученический, с рукавами по типу как фонарик. И вот с таким вот прекрасным воротом. Здесь вот такая вот приятная твидовая подкладка. Качество у нее очень хорошее, нигде никакая ниточка не торчит. И здесь приятный хлопок. Сейчас, если найду состав, то я вам его обязательно прочитаю. У меня 34 размер. И состав здесь 82% полиэстер, 15% памук и 3% акрил. В целом, я бы не сказала, что это прям очень хороший состав. Но главное, что тактильно она приятная, эта вещь. И ткань плотная, не просвечивает. Поэтому этому топику из Катона я ставлю 10 из 10. И последняя вещь, которая у нас идет, это вот такая вот краска из Fix Price. Также я видела, что она продается на Валбересе и на Озоне. У меня этот цвет темный русый. В прошлый раз я покупала горький шоколад, и она на мне проявилась черным цветом. Кто не видел этот ролик, зайдите обязательно, посмотрите. На этот раз я взяла цвет посветлее, темный русый. В принципе, какой у меня цвет от природы. Вот он на корнях. Покупаю я краску по той причине, что концы у меня намного светлее, чем корни, и я хочу, чтобы все было одного цвета. Видимо, концы у меня каким-то образом выгорают на солнце. Надеюсь, все будет хорошо, и на этот раз цветом я угадала. Ну и вердикт по этой краске я, конечно же, вынесу в конце. Так вот, мои волосы до такого они сейчас цвета. Весь процесс перемешивания краски вы можете посмотреть вот в этом ролике. Сейчас я просто покажу, как поменяется мой цвет волос с краской другого цвета, которую я купила. И вот так вот выглядит после. Ну что ж, ребят, этот ролик подходит к концу, я надеюсь, вам он понравился и вы присмотрели что-то для себя. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Также приглашаю вас в мою запрещенную социальную сеть, ее активно веду, оставляю красивые фотографии и видео. Также я там чаще появляюсь в сторис. Поэтому на этой чудесной ноте мы с вами будем прощаться. Всем пока-пока, до новых видео.